Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус, и это у нас ролик с новостями. Конечно, последнее время ролики частенько выходят, так как все-таки вышло обновление, и стоит вам побольше, да и побыстрее рассказать, потому что меня могут обойти, так сказать, на повороте. Первым мы поговорим по поводу быстрого перемещения, которое должно будет скоро появиться в игре. Далее, как же все-таки можно получить эту маску Хренча? Много народу пишет в комментариях на тему того, что сколько не катали в открытых сессиях, он на меня не нападает, что делать? Маркус, помоги, я хочу эту гребаную маску. Ну и также поговорим о том, что же еще нам могут Rockstar раздать на Новый год с начала новой бонусной недели, то есть с завтрашнего дня, то есть с четверга. Начнем, я думаю, с такси, потому что это, я думаю, более-менее важная тема. Ну что ж, TestFan пишет, что данная функция уже существует в игре, просто она на данный момент времени заблокирована, как и в принципе все, что есть у нас в капельной подаче. Но вот есть всегда одно гребаное но. Кому это все дело достанется? Во-первых, владельцам обновленной версии GTA, по-любому. То есть нам, обычным работягам, трудягам и прочим подобным, тем, которые катают на консолях предыдущего поколения или же на ПК, мы такое, ребята, точно с вами не увидим. Это однозначно. И второе условие, это надо быть владельцем подписки GTA Плюс. Да, честно говоря, конечно, немножко обидненько то, что быстрое перемещение мы с вами не получим как факт. Опять же, по поводу того, как это все будет выглядеть, никто не пишет, но что-то мне подсказывает, что это появится вместе с таксопарком. Все-таки как бы телепортирование с помощью такси и таксопарк, я думаю, между собой как-никак связаны. Так что, если вы надеетесь встретить эту функцию, ребята, можете расслабиться и ее не ждать. Да, она будет иметься, но только не у большей части игроков GTA Online. Это, к моему сожалению. Да, по поводу Хренча. Как получить эту гребаную маску? Я, во-первых, не понимаю, на кого хрена она кому-то нужна, но все-таки это как бы уникальная вещь. Долго ли будет вообще появляться этот Хренч? Вероятнее всего, опять же, это чисто все на мой взгляд, следующую неделю как минимум точно. Все-таки Новый год, и будет очень странно то, что Rockstar закроет ивенты уже на этой бонусной неделе. Так что на следующей неделе вы еще сможете забрать эту маску Хренча. Для того, чтобы вероятность его появления была высокой, что надо в идеале сделать? Создать закрытую сессию со своим другом, чтобы были только он и вы. Была наличка в кармане, у него ее не было от слова совсем, чтобы вероятность того, что на него нападет Хренч, была минимальной, а на вас, соответственно, максимальная. И сессия должна существовать как минимум 20 минут. Да, возможно, сейчас ты строчишь в комментарии, что «я появился только в сессии, и на меня сразу же напал Хренч». Да, на тебя сразу же напал Хренч, когда ты появился в открытой сессии. Она уже существовала как минимум 20 минут до тебя, и, соответственно, что? Правильно, просто тебе повезло, именно на тебя он напал. Я катал в открытой сессии и пару раз замечал табличку, что Хренч посетил такого-то игрока. Меня он не посещал, для меня это, конечно, не критично, потому что я не хотел получить эту маску никаким образом. Да, конечно, с какой-то степени будет обидно то, что я это не увижу, эту чудесную анимацию появления, но я, опять же, считаю, что переодетый вор от Ламара — это не особо такая крутая вещь. Далее, по поводу того, что же мы можем еще получить на Новый год. Опять же, с начала следующей бонусной недели. Это опять же сообщение от TestFan'а. Вероятнее всего, за вход в игру мы опять же получим с вами наборы коктейлей Молотова, гранат и прочего подобного. Но это, в принципе, нам постоянно раздают. Дополнительно также могут выдать золотые, серебряные, радужные новогодние очки. Опять же, я их показывал в предыдущих роликах. И еще одну пивную шляпу. Она у нас до этого была зеленая, то есть она раздавалась на этой бонусной неделе. Еще могут раздать желтую пивную шляпу. Да, это полная хрень, и можно было бы раздать что-нибудь поинтереснее. Я вообще ожидал в этом году, что Rockstar раздадут хоть какой-нибудь транспорт, но вероятнее всего, опять же, мы останемся без него, что в принципе и обидно. Ну и так как у нас ролик с новостями, перейдем же с вами к транспорту капельной подачи, который у нас должен будет появиться в ближайшие недели в GTA Online. И сука у нас, в принципе, с предыдущей недели не изменился. Почему? Потому что Rockstar ничего нового не выкатывали. Мне, конечно, что-то прям дико подсказывает, что на этой неделе мы можем, опять же, ничего не получить. Да, такое возможно, что мы две недели не будем получать транспорт. Но что тут поделать? Это желание Rockstar. Они пытаются размазать контент как минимум до выхода следующего обновлений, чтобы игроки постоянно сидели в онлайне. И
какой-то степени эта тактика рабочая. Но большая часть народу, конечно, будет против и скажет: давайте нам новые машинки. Так что быстренько пробежимся по списку. Первый у нас будет San Andreas SuperAuto. Тут у нас 4 транспорта. Первое — это у нас Venni и Serali за 1 миллион 835 тысяч баксов. Это внедорожник, и данная машина будет иметь полный привод. Следующая — Karin Hot Rod Everon. 1 миллион 790 тысяч баксов, либо же 1 миллион 342 с половиной баксов. Как мы получим оптовую цену, Rockstar не расписывает, но либо это будет связано с какими-нибудь гоночками, либо с автоклубом LS, что в принципе тоже возможно. Далее, Willard Eidora за 1 миллион 250 тысяч баксов. Ну и завершает капельную подачу на San Andreas SuperAuto Karin Burr за 1 миллион 280 тысяч баксов. Далее, Legendary Motorsport. Первый у нас идет электромотоцикл Western Pursuit за 1 миллион 605 тысяч баксов. И, честно говоря, на этот мотоцикл у меня большие прям надежды. Все-таки он будет у нас работать от аккумуляторов и, вероятнее всего, будет иметь дикий разгон. Но, опять же, все это мы с вами увидим на релизе. Следующее — Classic U Broadway за 925 тысяч баксов. Таундра Пантера за 2 миллиона 170 тысяч баксов. И последняя машина капельной подачи Legendary Motorsport — это у нас Ocelot Virtua за 2 миллиона 980 тысяч баксов. Ну и, конечно же, у нас имеется два транспорта на Востоке. Это такси 487,5, либо же 650 тысяч баксов. И 1 миллион 450 тысяч баксов за брикет 6х6, который мы и так, в принципе, можем получить на заданиях. Вероятнее всего, это для тех, кому было лень проходить новые 6 заданий. Ну что ж, дорогие зрители, на этом у меня все. Не забывайте, что у нас сегодня среда. Завтра обновится бонусная неделя, и не варик покупать всякую херню без скидки. Потому что постоянно в четверг я читаю комментарии на тему того, что: Маркус, я купил транспорт, либо же недвижимость без скидки. Вот сегодня она со скидкой в 60, в 50 или в 40%. Да, бывает такая ситуация, и она довольно-таки часто встречается. Так что, опять же, не закупайте всякой херней сейчас. Ну а если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравилось, ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.